Авилон показывает, я рассказываю. Меня зовут Григорий, бренд-менеджер компании Авилон. У нас сегодня на обзоре самый брутальный внедорожник линейки HVL, который в Китае прозвали Big Dog, то бишь большая собака. Еще не поняли, о какой модели идет речь? Думаю, многие уже догадались. Не будем тянуть с ответом. Конечно же, речь идет про HVL Dargo X. Почему собака? Сейчас узнаем. Сегодня у нас на обзоре HVL Dargo X Premium, полноприводный, с 2-литровым двигателем и мощностью 192 лошадиные силы. Есть очень много мнений по поводу дизайна данного автомобиля. Кому-то он очень заходит, и круглые передние фары ассоциируются с автомобилем премиум-класса, по типу Defender или Гелендвагена. Люди с особой фантазией видят в нем Duster. Опустим это. Но давайте более детально рассмотрим автомобиль. Лично мое мнение, да простят меня наши подписчики, круглые фары, круглые ходовые огни – это фишка автомобиля. И на контрасте с этой мордой мы имеем бампер, который выглядит как тюнингованный. Он очень брутальный, грубый, из такого матового пластика. Мне кажется, такой дизайн очень понравится настоящим фанатам езды по бездорожью. Если говорить про Dargo X, мы легко можем заметить другое оформление решетки радиатора, которая теперь стала чуть шире и получила форму перевернутой трапеции. Далее чуть более пухлые накладки на колесные арки. И все это обрамлено имитацией брутальных болтов. Бампер чуть массивнее, зеркала только черные. Такие же по фактуре, как нижний периметр обвеса кузова. Конечно, присутствуют внедорожные нотки, классные выштамповки. Это говорит о том, что автомобили не примитивные, а очень даже любопытный дизайн, проработанный в мелочах. Машина сзади выглядит очень узнаваемо. Даже если закрыть название HVL, вы все равно узнаете, что это Dargo. И если вы хотите ездить на автомобиле, который вызывает внимание, то этот аппарат точно для вас. Отдельно хочется сказать про бензин. Обратите внимание, турбированный мотор можно спокойно лить 92-й. Под капотом Dargo X идет 2-литровый турбомотор с мощностью двигателя 192 лошадиные силы. С ним в паре идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Однако управление этой коробкой в Dargo сделано не джойстиком, а вращающейся шайбой, и она оказалась удобнее джойстика. Дизайн интерьера, безусловно, вопрос вкуса, но интерьер Dargo как минимум не банален. Он брутальный и очень выделяется на фоне остальных одноклассников. Предусмотрено 3 варианта цветовых решений и как минимум 2 по материалам отделки. В исполнении премиум с отделкой сидения натуральной перфорированной кожи в сочетании с алькантарой, но доступен также и тканевый вариант. Бежевая расцветка добавляет интерьеру света и настроения, но и темные варианты с серебристым или оранжевым декором довольно привлекательны. Что касается удобств, с точки зрения эргономики HVL Dargo X нет недочетов, нет изъянов. Очень удобные, большие и информативные боковые зеркала. Визуальная линия капота вызывает чувство безопасности, это выглядит очень здорово. На что еще обращаешь внимание? Ну, конечно же, на мини-экранчик сверху, который показывает режим коробки передач. Также мы обращаем внимание на камеры. Очень хорошего качества, отлично показывают окружающее пространство, есть возможность выбрать 3D-графику. В базе монитора представлена мультимедиа, климат-контроль, автоматический режим, синхронный режим. Отдельная фишка – настройка сидения. Просто кайф! Прошу обратить внимание на данный переключатель. Он отвечает за программы, которые управляют трансмиссией. 8 программ движения по разным типам поверхности. Люк сделан идеально, ничего не гудит, не задувает, сохраняет аэродинамику автомобиля. Если перейти к мелким деталям, ручка с тиснением HVL и специальными декоративными шестигранниками придает кроссоверу внедорожную эстетику. Тиснение придает также мужской характер, но при этом руль сделан достаточно элегантно, отличный диаметр с удобными настройками. Первое, на что стоит обратить внимание, очень комфортный задний диван, состоящий из 2 кресел и перемычки. Пассажиры, находящиеся на заднем сидении, испытывают тот же уровень комфорта, что и пассажиры на передних креслах. Угол наклона спинки просто идеальный. Если смотреть с точки зрения длительного путешествия, вы здесь можете по-настоящему расслабиться.
Также довольно много пространства сверху, над головой. Есть отдельный подогрев задних кресел. И с точки зрения комфорта чувствуешь себя как VIP-пассажир. Нельзя и не упомянуть и очень комфортный обзор передней части автомобиля, лобового стекла и мультимедиа. Что касается отделочных материалов, это действительно качественная эко-кожа, очень приятная на ощупь. Опять же, в этом автомобиле заднее сиденье и пространство дает возможность пассажирам ездить с комфортом на дальние расстояния и путешествовать. Это огромный плюс данных автомобилей. Объем багажника Dargo X достаточно скромен, всего 333 литра. Такова плата за полный привод и полноразмерную запаску. Однако в остальном, и здесь впору похвалить китайцев, за продуманность и заботу есть подсветка, крючки для пакетов, 12-вольтная розетка, боковые отсеки и место под полом для принадлежностей и аксессуаров. А если сложить спинки заднего дивана, получится почти идеальная ровная грузовая площадка. Havail Dargo с приставкой X – это по сути все тот же самый Dargo, но с внедорожным лифтом и блокировкой заднего дифференциала, что позволяет обеспечить максимальное сцепление колес с поверхностью и улучшить проходимость в самых сложных условиях. А теперь поговорим о стоимости. Но сначала подпишитесь на наш канал, у нас много интересных обзоров и еще больше впереди. Но вернемся к стоимости. Комплектация Dargo X Elite стоит 2 миллиона 969 тысяч рублей, а премиум 3 миллиона 169 тысяч рублей. Данный автомобиль нужно увидеть лично. Это брутальный, яркий автомобиль не только для города, но и для бездорожья. Ждем вас в Avalon Havail по адресу Волгоградский проспект, дом 41, строение 1. Всем пока! Увидимся в Avalon!